кадровое назначение, в том числе и исполняющих обязанности, рассматривать на сессиях областных советов Верховного Совета Автономной Республики Крым Севастопольского городского совета. Обращаемся к правоохранительным органам на местах. Учитывая отсутствие координации в работе центральных структур и возможности их законной работы, обеспечить тесное взаимодействие с местными органами власти для обеспечения безопасности граждан в соблюдении законных прав. Объявили только что переходят в руки местных органов власти. Самоорганизоваться для взаимодействия с правоохранительными органами на местах. А вон, откуда у нас столько харьковчан, в кавычках. Оставаться на местах дислокации, обеспечить сохранность поддерживающих и боеприпасами, и военной техникой. Вурдалаков этих. Гепоздопой до Януковича. Предлагаем народным депутатам Украины возвратиться в избирательные округа для работы с избирателями на местах до полного восстановления гарантированной безопасности и стабильности работы высшего законодательного органа власти. Обращаемся к странам-гарантам территориальной целостности и безопасности Украины. Ваши обязательства не выполнены. Территориальная целостность и безопасность Украины поставлена под угрозу. 5 атомных электростанций, 15 ядерных реакторов стали объектами прямой угрозы со стороны экстремистов и террористов. Последствия могут быть непредсказуемыми. Требуем обеспечить безопасность граждан и нормальную работу органов местного самоуправления для восстановления конституции и законности на территории всей Украины. Данная резолюция является открытой для присоединения всех органов самоуправления, внесения изменений и дополнений в соответствии с политической ситуацией. Харьков, 22 февраля 2014 года. Да, вот тебе республику объявили, Донецкую, Харьковскую. Как она там называлась вначале? Ну, теперь им хана, что тут скажешь? До восстановления конституционного порядка и законности в стране, легализации работы центральных органов власти, но ответственность на местах берут на себя органы местного самоуправления. Мы сейчас на улице, там митинг, там люди стоят. Сейчас будем там выступать. О, сейчас сюда пройду. Бедненькие выходные забрали у людей. Сейчас, давайте без криков, мы сейчас выступим. Ну давайте, 3 минуты. 3 минуты. А кто там на работе? Примите председателя Союза Советских офицеров Хабаровской области Серега. Товарищи, в этом зале есть мужчины. Да, надо поискать, надо поискать. В этом зале есть бывшие офицеры, офицеры Советской армии. Поздравляю вас с наступающим праздником Советской армии военного флота. В общем, как бы, я думаю, картина понятна. Захваченных во Львове в моем полку МВД. За одну ночь был ликвидирован полк МВД в составе 2600 человек без единого выстрела. В батальоне оружие, бронетехника. Все передано новой власти. Хорошая МВД с танками. С завтрашнего дня утра
Явиться к военкоматам! Офицерам! Офицерам! Командам! Организовать бата! Роты! Батальоны! Это я на сцене комментирую реплики. Не знаю, слышно ли их на видео будет. Ну, в общем, лень мне туда идти, тем более это уже второй раз я прохожу. Просто с самого начала. Хороший кадр. Спасибо. И мизансцена подходящая. Ну, в общем, сейчас я это дело приближу и пойду уже по домам. Второго февраля 2014 года, Харьков.